Здравствуйте! В одном из предыдущих видео я показывал, как правильно снять микросхему NAND памяти с флешки и при этом не убить ее. Ссылка на это видео будет в описании. В этот раз мы с вами заменим микросхему ПЗУ на плате жесткого диска. Устанавливаем плату жесткого диска на нижний подогрев, включаем его, сверху накрываем листом бумаги. Лист бумаги у нас выполняет роль одеяла для того, чтобы уменьшить теплопотери в процессе нагрева платы. Периодически контролируем температуру нагрева. После того, как плата нагреется до приблизительно 150 градусов, вот мы видим 146,7 градуса, можно включать фен паяльной станции, дождаться, пока температура на сопле фена прогреется до 300 градусов, и на 300 градусах плавно снимаем микросхему ПЗУ. Греем до оплавления припоя, это приблизительно 10-15 секунд. Припой оплавился. Снимаем микросхему. Перед установкой микросхемы, предварительно снятой с платы неисправного жесткого диска, наносим флюс для бессвинцовой пайки. Не выключая нижний подогрев теми же 300 градусами, припаиваем микросхему ПЗУ диска пациента на исправную плату диска донора. Микросхема припаяна, выключаем нижний подогрев. Включаем и устанавливаем вентилятор. Для охлаждения нижнего подогрева и охлаждения электроники жесткого диска. После охлаждения электроники жесткого диска до терпимой температуры снимаем электронику и устанавливаем на гермоблок пациента.